Дорожный рейд сегодня прошел в Новочебоксарске. С помощью специальной передвижной лаборатории специалисты «Чуваш-Упырдор» взяли пробы недавно отремонтированного дорожного полотна во дворах. Лабораторию на колесах в республике закупили в конце прошлого года, чтобы самим контролировать качество работ. Работа дорожной лаборатории начинается с взятия проб на улице Первомайская. Специалист вырезает небольшой кусок только верхнего слоя асфальтобетона. Именно его предстоит обследовать в лаборатории. В июле-августе на этом участке был проведен ремонт дорожного полотна. Теперь экспертам предстоит выяснить, насколько качественно. В 2013 году отремонтировано 36 дворов и 39 заездов к дворовым территориям. Заказчиком выступает администрация города Новочебоксарска. Ну, в связи с тем, что действительно большой износ дворовых территорий в городе, вот проводится работа по ремонту дворовых территорий и заездов к дворовым территориям. Напряженный момент, особенно для подрядчика. Специалист замеряет толщину верхнего слоя асфальтобетона. Первое испытание подрядчик проходит успешно. Сколько? 5,5. Можете еще раз приложить? Должно быть 5. Дальше образцы отправят в лабораторию, уже там они пройдут детальное обследование. Проверяют их физико-механические свойства, водостойкость, коэффициент уплотнения, толщину слоя и так далее. А потом соотнесут с ГОСТами и выдадут заключение. В идеале было бы неплохо провести все обследование на месте. В полевых условиях провести испытания затруднительно. Согласно ГОСТам, надо там выдерживать определенные температурные режимы и временные рамки. В связи с чем мы в данный момент используем автомобиль для отбора проб и доставку образцов в лабораторию. В любом случае, дорожная лаборатория облегчает работу. Раньше все делалось на глазок, теперь с помощью соответствующего оборудования. А проведенные испытания показывают, что нарушения все-таки есть. Проблема в основном с водонасыщением и коэффициентом уплотнения. Два показателя. Через 3-4 дня эксперты подготовят заключение и передадут заинтересованным сторонам. Если нарушения выявят, дорожная организация должна будет устранить их за свой счет. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика.